Перед новогодними праздниками в Пятерочке аншлаг. Каждый стремится купить продукты к столу по низким ценам. В этом магазину практически нет равных. По срокам, по свежести всегда приходишь, всегда свежие продукты выложены. Ни разу не было такого, что, к примеру, срочно. Цены низкие. И акции, которые еженедельно проходят, очень хорошо, можно купить хорошие продукты, ну, с акцией, со скидочкой. Тоже очень приятно. Как дешево, надо брать. За 12 месяцев, по данным X5 Retail Group, индекс Пятерочки ни разу не превысил 100%. Это значит, что стоимость на социально значимые продукты всегда была ниже зафиксированной Росстатом. По данным Управления потребительского рынка Липецкой области, в нашем регионе на декабрь этого года средняя цена продовольственной корзины составила 2935 рублей. Очень часто хожу, очень. И магазин рядом с домом. Хожу сюда постоянно, в Пятерочку. Молочные продукты, фрукты, овощи, мясо. Да, все приходится покупать. Низкие цены, очень низкие, скидки всегда, постоянно. Цены устраивают. В потребительскую корзину входит около 30 наименований продуктов – молоко, масло, хлеб, картофель, крупы. Например, по подсчетам X5 Retail Group, в сравнении с ценами Росстата, средняя стоимость подсолнечного масла в сети ниже на 28%, огурцов на 10%, а пшеничной муки на 8%. Кстати, в нашем регионе эти продукты от местных производителей. Пришла в магазин за продуктами, большой ассортимент, всегда найдешь все, что нужно к празднику. То есть нет необходимости ходить в какие-то другие места. Универсам «Пятерочка» относится к категории «магазины у дома». В России их 9 тысяч. А это значит, что низкие цены теперь всегда в шаговой доступности. Ольга Родина, Роман Абраменко. Липецкое время.